Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Мишель Лейрис. Знаю, что правильно, Лейрис. Французский писатель, этнолог, творец. Был близок к сюрреалистам. Печатался в журнале «Сюрреалистические революции». Дружил с Максом Жакобом, масоном, Пикассо, Кая, Батаем и Карлом Эйнштейном. Участвовал в изданиях различных. Принимал участие в этнологической экспедиции Марселя Гриоли, миссия Дакар-Джибути. По возвращении возглавил отдел Африки в этнографическом музее Таркадеро. Позднее музей стал называться музеем человека. Опубликовал дневник африканской поездки. Основной предмет этнологических интересов Лейриса – возможности и разнообразные формы сакрального в современной повседневной жизни. В 1921 году Мишель Лейрис приехал к Пабло Пикассо. В журнале Лейриса поддержание и беседы было выражено коротко и пессимистично одним предложением. Сейчас нет способов изображать что-то уродливым или отвратительным. Даже дерьмо красивое. Ностальгировать по этой эпохе, эпохе шока, это значит вновь ощутить беспокойство. Прошел курс психоанализа, обратился к автобиографическому жанру. После Второй мировой войны сблизился с Сартром. Активно участвовал в работе журнала. В 1945 году вместе с социологом Жоржем Баландье основал журнал «Презанс Африкен». Выступил одним из деятельных противников французского колониализма. Подписал манифест 121, отстаивающий право алжирского народа на сопротивление. Оставил объемный и нелицеприятный дневник, эссе о современных художниках Фрэнсис Бэкон, Джакометти и другие, со многими из которыми дружил. Ну, а теперь я немного хотел почитать выдержки из работ писателя. Стихи из цикла «Сдвиги». Первый называется «Ни конца, ни начала». Море без конца говорит шумом волны, шепотом пены, похожим на шорох платья. И природа всегда продолжается бормотанием гальки и листьев. От останков прогнивших дней, сваленных на стенных шкафах, смрад наполняет комнаты, в которых разряжается молния, бесподобное зыбкое солнце отхожих мест. Перевод Михаила Яснова. Девушки. Девушка вытягивает руки параллельно безукоризненным линиям своего тела. И тогда камень приотворяется, так что в нем можно видеть внутреннее море, скрытую пену, твердые волны, по которым, вздымая легкую пыль, переваливаются корабли без такелажа, прилив, пригвожденный к месту внезапной остановки, стальной луны, качающейся среди четырех стен, жесткие недра, откуда ничего нельзя извлечь, обнажается тайное строение. Воспроизводя своими ярусами высокую перевернутую башню подземными толчков и радостных ящериц землетрясения. Когда вы беретесь за руки, девушки в ожерельях из розового золота, когда ваши колени задевают друг друга, словно ломкие стебли высоких трав, воздух наполняется непостижимым эфирным облаком, пенящим, как звездная слюна, как губы, в уголках которых мед. Бесчисленные изгибы вашего тела – это реки, текущие в нежнейших берегах. Как хочется в них взглядеться, увидеть тенистые аллеи, где бредут вечером домой, не опасаясь лающих вдали цепных собак, веселые друзья. Но загромождены камнями эти тропы, выжженные больными небесами, откуда сыплется град недугов. По лутьме скользят лодки без парусов, без весел, песни прожигают словно укусы. И тогда из незащищенности самой укромной ладони возникает линия любви. Протяните же руки, протяните мне свежесть своих рук. Их бисерный дождь, от которого я хмелею, мне всегда хочется видеть, как разрушаются стены, как расседаются арки от свода и до опор, как сгнивают столпы, как они начинают крениться. Но скажите, какая стрела излетит из этого тлена? Перевод Марка Гринберга. Ну и вот, пожалуй, последнее стихотворение, последняя работа, называется «Лена». Думаю о тебе, и образ твой воздвигает вокруг меня такие несокрушимые стены, что ни тарану туч, ни влажной смоле дождя не хватает силы. О, мой водоем тишины, справиться с этой пронзенной звездами крепостью, в которую ты меня заточила. Псы присмыкаются, а толпа
толкает и кричит, напирая. Карусель забыла про звуки шарманки и кружится себе без затей. В ореоле из глаз детей, игра в колечко в пределах рая. Грежу тобой, моя крепость без рвов и подъемных мостов, без башен и стен, и бойниц, и камней. Сплю, захмелев от грустного вина, тени твоей, восставшей, воздвигнутой светом и тьмой, над морем, над сушей, над твердью земной. Слушай, когда-то я жил, насмехаясь над солнечным днем, но вселенская буря уже заполняла мой окаен. Я в неведении был божьей тварью, блинкой и двуногим, и меня без руля и ветрил темный ветер по свету носил, и судьба моя падала яблоком в грязь в дороге. Но сегодня ты бледное небо мое, ты двойное мое отражение, и бесконечность множи и множи стены обрушивает его в мою темницу. Я слушаю облако птицу, и ничего не боюсь, и никого не боюсь, и беседую со снегами зимы. Такое стихотворение, перевод Михаила Иснова. Ну вот, пожалуй, наверное, и все. Немножко познакомились с Мишелем Лерисом, или Лерисом. Французский писатель, этнолог, искусствовед, который жил с 1901 по 1990 год во Франции. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Узнали что-то новое.